Новогодние торжества. Для большинства потехи время, а для кого-то терпение и труд. Экстренные и аварийные службы, полиция, организаторы мероприятий. Всем пришлось немало поработать на протяжении полутора месяцев. И даже главный персонаж любого новогоднего праздника. И тот на работе. За блеском праздничных огней всегда стоит работа сотен людей. В этом зале собрались те, кто непосредственно отвечал за организацию и проведение новогодних мероприятий. И хотя, как отметил глава района, недочеты были, работу коллег он похвалил. В этом году мы проводили мероприятия под лозунгом «Видная зима». И, можно так сказать, у нас был брендированный Новый год. Я думаю, что это вызвало дополнительные эмоции у наших жителей. Можно сказать о том, что сама новогодняя кампания в целом удалась. Во вступительном слове глава муниципалитета предложил прежде всего заострить внимание на проблемах, возникших в ходе проведения новогодних торжеств и способах их решения. Несмотря на строгость официального мероприятия, многие из выступавших подошли к оформлению своих докладов неформально. Пришла бы к нам метель, на денек хотя бы, и в снеге не сел на ель, кабы-кабы-кабы, и в снеге не сел на ель, кабы-кабы-кабы. Работы у организаторов «Видной зимы» хватало. Всего в декабре и январе проведено свыше 100 утренников, елок и концертов. Организовано 92 спортивных праздника, несколько благотворительных акций. Несмотря на разнообразие праздничной программы, практически все выступающие вносили свои предложения уже на следующий Новый год. Хотелось бы также в будущем, я говорила о сохранении традиций, возродить практику направления одаренных детей как поощрение «Великий Устюг» по программе «Гости к Деду Морозу». Я думаю, это по силам, это необходимо делать, особенно для детей трудной жизненной ситуации. В общей сложности во всех мероприятиях участвовало порядка 15 тысяч жителей Ленинского района. Несмотря на такой охват, все прошло без эксцессов. Аварийные ситуации возникали только в коммунальной сфере, и те нивелировались в кратчайшие сроки. В первых числах января произошли протечки систем теплоснабжения Новодрежино и Бутово парк 2. Ситуация была своевременно взята под контроль администрации. Возникали проблемы и с праздничным убранством города. В основном они были связаны с процедурами, которые касаются закупок. Из-за объективных сложностей некоторые городские украшения появились буквально накануне праздника. Из этих технических ошибок, которые мы совершили в 2016 году, мы сделаем соответствующие выводы. Не допустим их на 2017 год. Мы должны поставить для себя следующую, более высокую планку по праздничному убранству 2017-2018 года. Самое главное для наших муниципальных служб – сохранить все то, что мы наработали в этом году. Глава муниципалитета призвал собравшихся активно использовать полученный опыт, в том числе и при проведении других праздников. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.